100 миллиардов рублей получит Самарская область в результате соглашений, подписанных на Петербургском международном экономическом форуме. Говорится в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». Инвестиции – это новые предприятия, рабочие места, социальные объекты для жителей региона. Ключевые темы, которые обсуждались на форуме, отражены в видео, которое опубликовано на страницах телеграм-канала мэрии Самары. В областном центре действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных мест, напоминают в телеграм-канале Советского района. Нельзя сжигать мусор, сухую растительность и отходы, в том числе на территориях организаций, приусадебных и дачных участках. Гражданам рекомендуют быть особенно внимательными и бдительными, соблюдать правила пожарной безопасности. Сохранение лесов – важнейшая задача национального проекта «Экология». При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону 01 или 101 с мобильного телефона. Как вести себя при встрече с безнадзорными животными и заранее понять, что собаки представляют опасность? Об этом в закрепленных памятках рассказывают в телеграм-канале железнодорожного района. Намерения бездомных псов можно понять по языку тела. Если свой вес собака переносит на передние лапы, вытягивается, чтобы выглядеть больше, делает резкие движения, поднимает хвост и рычит, животное настроено недружелюбно. В этом случае отходить от собаки нужно плавно, не поворачиваясь спиной, не бежать, чтобы не спровоцировать преследование. Если этот метод не сработал для собственного безопасности, можно использовать шокер. Также свою эффективность доказали новые ультразвуковые отпугиватели. В качестве одной из дополнительных мер соцподдержки Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки предоставляет единовременную выплату на ремонт жилого помещения инвалидам, имеющим первую, вторую и третью степень ограничения к передвижению, говорится в телеграм-канале. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 332 16 36.